Ну что ж, наступил вечер, и давайте посмотрим, что же я тут навязала. Начала я с мотива. И за час я не только закончила мотив, но и начала даже второй. Вот связала один ряд. А вперед как-то у меня засекало и время, но самое малое это было 1:15. Так что производительность моя повысилась в этом плане. Так, сейчас я расскажу по порядку, потом расскажу вам в граммах и что же мне получилось. Потом я взяла в работу пуловер. Вот он маркер. Так, давайте я вам померяю сейчас, сколько сантиметров получилось. Ну, где-то 4 сантиметра получается я вывязала. Так, вот метраж 500 метров на 100 грамм в этой пряже. И спицы здесь 4,5 или 4, не помню точно. Так, потом третьим процессом были носки. Вот тоже у меня маркерочек висит. Сейчас мы тоже померяем, сколько сантиметров от него я провязала. Ну, здесь 3,5 сантиметра. И потом, я когда связала мотив, то я решила его взвесить. И потом подумала, что мне нужно взвесить пряжу и посчитать в граммах и в метрах. Ну, люблю я считать в граммах, в метрах, всю эту производительность свою узнавать. Так, и мотивчик весит 5 грамм. Что в метрах выражается у нас? Это 40 метров. На пуловер я за час вывязала 7 грамм, и в метрах это 35. На носки я вывязала 5 грамм, и в метрах это 22,5 метра. Итого получается у меня практически 97,5 метров. Я связала за 3 часа. И вот теперь, знаете, как в той игре, что, где, когда. А теперь, внимание, вопрос. Что я делаю остальное время? Почему я не вывязываю по 180 метров? Потому что при подведении итогов за 2021 год я вывела среднюю цифру, что в день я вывязываю 90 метров. А в январе месяце я вывязала 2800 там почти метров. И это тоже получается 90 метров в день. Но если я за 3 часа вывязала сегодня 97 метров, значит, у меня неправильная организация работы. И это нужно срочно исправлять. Так что я очень рада, что провела для себя такую игру. Теперь я все это проанализирую, сделаю выводы и посмотрим, какой же у меня результат будет за февраль. Я надеюсь, что если, ну, не в 2 раза, то в 1,5 раза я должна увеличить свой метраж. Получается, я должна выйти на 4000 метров. Ну, вот это вот серьезное заявление. Если вам интересно будет, сколько же я вывяжу метров за февраль месяц, подписывайтесь и оставайтесь со мной. Спасибо всем за просмотр. Всем добра!